Всем приветики, у нас сегодня 12 октября. У меня кто-то недавно спросил о том, делаем ли мы с Артуром на зиму какие-то заготовки, потому что я ранее в своих видео говорила о том, что мы каждую зиму закупаемся продуктами. И вот я решила сегодня показать, что мы и как мы подготавливаемся к этой зиме, что у нас хранится в кладовом шкафу, так что я сейчас покажу. Вот это наш кладовой шкаф, который находится на первом этаже под лестницей. Заходим внутрь. Здесь у нас располагается на полках много консервации разной. Это все домашняя консервация, но консервируем не мы, а соседи, а мы у них потом ее приобретаем. Здесь соленые огурцы, помидоры. И, кстати, вся консервация вот на первой полке расставлена в два ряда, на второй полке в три ряда. Видите, там еще банки. И также здесь тоже в три ряда. Это аджика, которая очень хорошо сочетается с разными крупами, мясом, макаронами. Это лечо. Эта штука, как называется, я не знаю, но сейчас объясню, как это готовится. Это баклажаны, жареные на костре, с помидорами и с перцем. Все это потом, когда пожарится, от них очищается шкурка, режется на кусочки и потом засаливается в банках. Вкус просто потрясающий, я это обожаю. Что здесь еще у нас есть? Вот еще помидорки. Вот эти помидоры я люблю добавлять также всякие разные соусы, когда готовлю соусы к спагетти. Также можно в борщ использовать эти помидоры вместо томатной пасты. Но я в борщ люблю больше ложить томатную пасту. Выше находится растительное масло. И здесь еще всякое разное. Но у нас много еще банок с салом, потому что Артур любит сало. Это украинское сало, украинской белой степовой свиньи. У нас одна или несколько банок, не вижу, сколько там заставлено. Здесь находится другая часть разной консервации у нас на крыше, потому что здесь все-таки все не помещается. Также здесь у нас еще 5 мешков картошки. Вот 3 здесь. Здесь 2 мешка лука. И еще 2 больших мешка картошки здесь и маленький мешок. Там дальше у нас лежит гречневая крупа. Несколько упаковок. Там дальше 2 вида риса. Это, по-моему, кубанский рис. А тут... Не вижу, что написано. Короче, там еще другой рис. И сахар. Это вот то, что у нас хранится в кладовой. Еще помимо тех овощей, которые вы только что увидели, и той консервации, нужно будет докупить помидоры. Возможно, мы купим 1 или 2 коробки, если найдем хорошие. Что-то пока не нашли. Но в прошлом году и годами ранее мы все время покупали еще несколько коробок огурцов и несколько коробок помидор. Нужно еще будет купить свеклу, наверное, мешок или 2, морковку и, возможно, еще, как они называются-то, кабачки. Хотя кабачки навряд ли, потому что я кабачки в последнее время не очень люблю. Ну, в смысле, мне нравятся свежие кабачки, а сейчас уже, по-моему, свежих кабачков не найти, так что кабачки, какие они еще могут быть? Не свежие, сухие кабачки. Да, купим мешок сухих кабачков. Что за бред?